Генеральный спонсор прогноза погоды – торговая марка «Помпа». Пальто «Помпа» – стиль, мода и высокие технологии. Будем смотреть глубже? Да не вопрос. В пальто «Помпа» комфортно в любой ситуации. В среду в Самарской области облачно, с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, температура постепенно снижается, плюс 14, плюс 18 днем, 11-13 градусов ночью. Ветер западный, северо-западный, скорость 5-7 метров в секунду. В Сызрани небольшая облачность, днем плюс 18, ночью плюс 13, северо-западный ветер, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти облака и без осадков, днем плюс 16, ночью плюс 13 градусов, северо-западный ветер 5 метров в секунду. В Самаре малооблачно, утром возможен небольшой дождь, плюс 16 в дневное время, ночью 12 с плюсом. Ветер северо-западный 5 метров в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 46%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Не дышит нос? Ответ один. Иди в амбулаторный центр номер один. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.